Так, заходим в наш номер 1476 на четвертом этаже. После того, как немного прибрались. Че, вы заходите за мной? Вот, смотрим. Это у нас, значит, должна была быть одна кровать целая, но сделали ее из двух. Потому что, говорит, 10%. Обычно, если всегда так делал, то ладно. Всего, говорит, таких цельных кроватей, если что, 10% от номерного фонда. Так что, говорит, извините, что можем предложить, предложили. Вот, это у нас, значит, столешница в нашей комнате. Здесь что еще? Вот, кровать притащили младшему нашему сыну. Здесь вот кресло, чтобы посидеть. Компьютерный стол, ну, чтобы посидеть, поработать. Дальше здесь у нас балкончик. Эти шторы, опачки. Опачки отодвигаем. Здесь кнопочку нажимаем, оп, и выходим на наш балкончик, где можно посидеть, чай попить. Вот, и вот такой вот вид открывается и на море, и с этой стороны, получается, открывается вид на горы. Вот если приблизить, вообще красота, конечно, особенно утром. Уменьшу немного. Так, здесь у нас внизу, если что, получается уже столовая. Вот этот бассейн, в котором обычно никто не плавает, он для красоты, видимо, сделан. А вон тот бассейн как раз вот для плавания. Там и детский есть, где 38 сантиметров, 50 сантиметров глубина. И 1,40 м, даже 2, по-моему, есть. И вон второй еще бассейн есть, он с горкой. Ну, как не аквапарк, уж просто горка для того, чтобы дети могли покататься на него, подняться. Вон зеленая лужайка, большая территория. Вот. С левой стороны, получается, стой, да, у нас этот... Как это сказать, второе еще соседнее здание. И там тоже большая территория открывается. Ну, как-нибудь, может, покажу, а может, и не покажу. Вот. Что я еще могу показать? Давайте вернемся к номеру. Это вот вид как раз. Получается, вот это вот, еще раз скажу, это центральная часть здания. Вот это вот правое крыло, если отсюда лицом туда стоять, смотреть. А это левое крыло, куда нас заселили. В левом крыле. Вот отсюда и открывается такой вид и на горы, и на море. Если хотите таким видом любоваться, можете вот как раз попросить в эту сторону, если будут свободные номера. Но на ресепшене нам сказали, примерно 100% заселение идет, так что номеров свободных почти нету. Так, возвращаемся в наш номер. Так, это вот Алина. Вот, заходим, значит, номер. Так, все. Эту коляску сюда можно оставить. Дальше у нас здесь, ну, как обычно, уж шкаф, где халаты обычно висеть должны. Но что-то халатов нам не дали почему-то. Далее здесь что? Для обуви, сейф, всякое барахло. Здесь что? Так, ну как это не работает? Сейчас поправлю. Здесь вот, да, такие вещи. Дай поправлю. Все. Так, ну-ка аккуратненько. Вот, все, заработало. Здесь вот как раз-таки санузел ванная. Здесь получается у нас такое большое зеркало. Здесь вот руки помыть хорошенько. Можно здесь вот такой потолок, сушилка, зеркало большое. Вот, туалет. Здесь вот душ. Не ванна, а вот такой вот душ застекленный. Но тоже, в принципе, как бы хорошо. Сполоснулся после моря. Смыл весь этот песок и все эти соли. Да. И все. Спокойно себе ложишься, отдыхаешь. А, кстати, давайте мини-бар покажу. Здесь вот все включено. И он пополняется. Так, здесь вот как раз минеральная вода, фанта, спрайты. Одну я уже утащил, когда на прогулку уходили. Это кола и пивасик. Здесь вот шоколадки. Это как раз таки там чай, кофе. Это все можно вот в заварочный, не заварочный, уж просто в чайник за кипяток кипятим, завариваем. В чем минус? Стаканчики здесь бумажные только. Я вот удивился, бумажные дают. Не стеклянные, а бумажные. Вот, так. Ну, вода, соки. Все, что еще? Вот моргать начинает, когда долго открытый холодильник наш. И вот здесь еще одно такое вот небольшое зеркало. Так, что я еще тут могу показать? Ну, в принципе, я думаю, все. Вот такой вот номер на двоих. Называется Standard Room Sea View. Ну, то есть, стандартный номер с выходом на море. Вот. Все-таки красота, он кораблик так красиво плывет. И за ним воздушный шар такой. Парашют, точнее, с людьми. Он еще кораблик плывет. Так, давайте еще раз покажу планировку. Вот, это вот центральная часть, еще раз повторюсь. Здесь внизу как раз-таки там ресепшн. Значит, когда приезжаем, встречать гостей с левой стороны. Здесь вот тоже люди сидят, помогают как бы с какими-то вопросами возникшими.
Дальше получается столовая внизу, вот в эту сторону она идет. Вот. А мы находимся вот в этом этаже, потому что когда на лифте спускаемся вниз, на первый этаж, все, мы попадаем в эту сторону столовой. Значит, либо с этой стороны столовая, либо с этой. Она такая вот большая на самом, как сказать, нулевом этаже. Вот. И опять-таки это левый блок, это правый блок. Вот здесь, конечно, тоже интересные номера были. Но, как я понял, это не стандарт Room CFU, потому что видите, какой он огромный. Так как стандарт Room CFU, вот они, вот все одинакового размера примерно. Кстати, вот эти вот тоже, видимо, большие по габаритам, как мы видим. А так вот план, можете посмотреть себе, остановить, заскринить и потом сидеть выбирать. Может, там что-то и приглянется. Давайте еще раз посмотрим вид с балкончика нашего. И, думаю, пора потихоньку закругляться. Такие вот дела. Время, значит, 7:00 вечера. Значит, скоро начнется уже ужин. Мы только приехали с Вайкики. Закупили, значит, одежды разные по местному курсу. Курс, кстати, на сегодняшний день. Сегодня у нас 3 июля 2022 года. Примерно 3:47. Ну, что-то такое. Курс одного лира к рублям. Вот, 3:47. Потому что, скорее всего, сегодня этот биржа не торгуется, а когда биржа не торгуется, фондовый рынок, да, тогда курс становится чуть выше. Мы оплачивали картой МИР, картой Тинькофф. Я ее заказал заранее, когда в России был, в Казани. Мне ее привезли за 3-4 дня. После этого, значит, я тут везде и оплачиваю, пин-код вводишь, все, деньги у тебя конвертируют и снимают по текущему курсу. В будние дни, когда фондовый рынок работает, курс был у нас 3.35, 3.33, вот. А сегодня фондовый рынок не работает, соответственно, и курс выше, ну, рыночного. Ну и плюс еще за крайние дни, по-моему, курс немного подрос. Что доллар курс вырос, что лира. Такие вот дела. Но люди говорят, что недавно, буквально там, может, год-два назад, курс был раза в 3, наверное, выше, чем сейчас. Так что, говорят, вам очень повезло, что такой вкусный курс есть, и что можно достаточно дешево закупать там одежду. Ну, на будущее для детей, для семьи, для себя. Вон, народ, кстати, отдыхает. И на лежаках балдеют люди, и на пляже кайфуют. Вот такие вот дела. Ладно, друзья, давайте потихоньку начнем закругляться. Надеюсь, видео было интересным, полезным. Если всем понравилось, не забудьте лайк поставить, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И все. Если какие-то вопросы, советы, рекомендации возникли, пишите ниже в комментариях. Пока как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующих видео.